пляж. Может быть, скажем маме с папой, чтобы пойти на пляж? А давайте, давайте им скажем. Может быть, они согласятся. Ну, давайте скажем. Пойдемте? Пойдем. Ой, как же скучно, дорогая. Да, и мне тоже. Пап, мам, а может быть, мы сходим на пляж? Я бы с удовольствием сходил на пляж. А ты, мамулечка? Я тоже не против. Сейчас я только посуду домою. Мамочка, ну что, мы тогда поедем, да, на пляж? Ну, тогда давайте собирайтесь. Да, берите все необходимое и идем на пляж. Хорошо, здорово. Я вот только сейчас посуду домою, хорошо? И пойду с вами. Хорошо, я пошу. Как здорово. Я с собой возьму купальник, надувной круг и еще мать Эдгара. Пойду. А я с собой возьму только мяч. Мне больше ничего не нужно. Пускай я на солнце сгорю, пускай я проголодаюсь, зато я буду играть. А я с собой возьму много-много еды, чтобы не проголодаться. Да, а еще я с собой возьму... Я возьму с собой еще колбасы, сосисек, возьму хлеба, возьму пирожных, папиных кулов. И возьму, наверное, с собой побольше сока, да, чтобы не проголодаться. Да, и это я не о себе думаю, это я думаю о своей семье, потому что они всегда голодные. Пойду собираться на кухню. Я как мама должна за всеми следить. Ой, Коржик, наверное, как обычно, возьмет только мяч. Карамелька, ну Карамелька у меня умненькая девочка, она возьмет все, что нужно. А Компот, наверное, думает только об еде. Поэтому он не возьмет ни купальные трусики, ни надувной круг, ни крем от загара, ничего не возьмет, как и Коржик. А мама, наверное, думает только о том, чтобы взять картинку с едой. Он любит за ней, с ней ходить везде. Ну, а я пойду готовить корзинку, с которой папа будет ходить. Ну ладно, всем пока, увидимся на море. Какая тут красота! Да, красотища еще та. Да, сейчас мы здесь поиграем. Детишки, далеко не разбегайтесь. Хорошо, мама, хорошо. Ее, не замочите только воду. Понятненько? Красотища, да, дорогая? Да, очень красиво. А, смотри, вот это да, мы здесь никогда не были. Да, никогда здесь не были. Смотрите, здорово, да, смотрите, здесь такие полные. Да, здорово, мы здесь раньше никогда не были. Никогда мы здесь не были, добрый. Да, мы здесь еще ни разу не были, здорово как. А я буду собирать ракушки и буду их гнать, буду играть в футбол. А я буду есть ракушки. А я буду делать ожерелье из ракушек. Здорово вообще. Какая красота. Так, ну чего, дорогие котятки, мы расположимся вот тут. Да очень даже неплохое место, дорогой. Я проголодался, мне без разницы, какое место. Я хочу кушать, мам. Ну сейчас накрой. Давайте споем нашу веселую песню. Дорогие котятки, надо собираться и идти домой. Да, дорогие, уже поздно и вечереет. Надо идти домой. Хорошо, мам. Хорошо, мам. Хорошо. Какая же тут красота. Папе. Да, очень красиво. Да. Я такой красоты давно не видела. Я не видела, мам. И я тоже не видел. Ну что, пойдемте, дорогие. Пойдемте.